Где вы родились? В городе Сримвал. Какая была семья? Или есть? Отец умер 2 года. Жил с матерью. А кем является мама? Мама работает в городе Москве. Много ли детей в семье? Есть младший брат. А где сейчас брат? В Владикавказе. Вы видитесь? Раз в 3 месяца. И каково это? Вы скучаете? Да, очень скучаю за ним. Но бывает весело, когда я приезжаю. Вы играете в какие-либо интеллектуальные игры? Бывает, но очень редко в интернете. А как учитесь в школе? Хорошо, нормально. А чем вы увлекаетесь? Ну, с недавнего времени я начал увлекаться паркуром. Как я вам говорил, я начал заниматься паркуром и приглашаю вас на тренировку. Каково это заниматься паркуром? Ну, это сложно, главное преодолеть свой страх. А у вас получается? Ну да, мне помогает мой друг. А как вы помогаете в семье? Делаю то, что просят. Только по дому или работаете где-нибудь? Иногда работаю вместе со своим дядей, помогаю ему. Ну, дядя работает строителем, вот я ему и помогаю. Но у меня, в принципе, без разницы, где работать. Мне очень нравится работать. Я бы и сейчас работал, но не хватает времени. А у вас есть девушка? Есть. Алло, привет. Ты где? Что ты делаешь? А завтра ты что будешь делать? Ну вот давай где-то после школы увидимся, если хочешь. Может потом. Можно вечером или можно после школы. Мне в принципе без разницы. Конец света в 33-м году, в 666-м году, в 999-м году, в 1000-м году, в 1013-м году, в 1033-м году, в 1492-м году. До 8 класса я учился в одной школе, а потом уже пришлось переходить в другие школы. Скучаю по классу все равно, но, слава богу, оказались хорошие одноклассники, хорошая атмосфера в школе. Случалось, что отец или мать ругали вас в детстве? Это бывало очень редко. За что? Ну, за детские шалости. Я выношу мусор, мою посуду. Я иногда прислушиваюсь к советам, но самый худший из них был прыгнуть с моста в реку. Сделал, чуть не сломал ногу. А самый лучший совет это был хорошо учиться. Если бы могло быть хуже, так оно и было бы. Я думаю, что это все судьба.
Если бы вы могли изменить одну вещь в своей жизни, что бы это было? Я бы изменил смерть своего отца. Точнее, я бы постарался предотвратить это. Какая у вас была в детстве мечта или юности? Встать на ноги крепко-крепко. И как получилось? В процессе. Как вы забываете обиды, которые вам нанесли, или помните о них всю жизнь? В основном я их забываю. Дорогие зрители, если вам интереснее, то это не все про меня. Зрители, черт возьми! Как вы познакомились? Кто? С кем? Когда? У Линды на день рождения. Да, у Линды на день рождения. Он... Только кулаком втащить и радоваться. Это непонятный индивид. Еще кидается семечками, как Ксения Собчак. У вас всегда так? Люди часто хотят поменять что-то в своей жизни. А что бы вы хотели оставить неизменным в своей жизни? Свою жизнь. Вам она нравится? Что-то мне не нравится, но она моя, и меня это устраивает. На самом деле я думаю, что буду делать сегодня, точнее на следующий день. Когда просыпаюсь, буду думать о том, что я сегодня сделаю. А как вы тратите ваши деньги? Когда как? В основном я их экономлю, в отличие от моего друга. А больше на что у вас уходит? На развлечения. Какое, по вашему мнению, должны занимать место женщины? Равное нашему, так как к этому уже все привыкли. Вы увлекаетесь гитарой? Так, иногда учусь. Вы сами стараетесь? Да. Пытаюсь учиться. Получали серьезные травмы? Конечно, да. Без этого никак не обойтись. Вот недавно спрыгнул неудачно, ударил ногу. Где-то неделю болело. Летел головой в землю. Но ничего, это стоит того. Вот и сегодняшняя первая травма. Чем бы вы хотели заниматься через 5 или 10 лет? Работать, кормить свою семью. Что вы делаете для этого сейчас? Учусь. Это для меня любимый актер Джеки Чан и все его фильмы. А почему? Потому что он делает все сам. Я все делаю сам и добиваюсь своей удачи своими руками и ногами.